Хе-хе, всем привет, с вами Лосипав, и сегодня мы будем играть на голодных играх. Вот уже буквально сразу начал снимать, и еле-еле, в принципе, успел. Сейчас. Ой, нам повезло, подфартило со шмотом чуть. И пошлите далеко-далеко. Так, там ничего нету. Так, чел с мячом побежал туда. Уже двух слили. Как-то быстро довольно-таки. Но я ничего не вижу здесь по пути. Не знаю. Я одного сундука, в принципе. Может, сейчас нам подфартит чуть. И мы уже найдем что-то получше, чего у нас уже имеется. Так, мы играем на карте The Survivors Games 3. Если честно, я эту карту не знаю. Играл, по-моему, раз, но уже давно. Поэтому забыл все, что здесь есть. Поэтому будем доверяться инстинкту и идти куда... Куда палка ведет, туда и пойдем. Так. Палка меня ведет убить курицу. Эту тоже. Вот так вот. Все, теперь бежим дальше. Так, пошли-ка сюда. Мне кажется, что здесь что-то будет полезное. Так, ничего здесь нету, походу. Хотя, мне кажется, если мы заберемся повыше, то мы будем видеть сундуки, которые там будут на вышках, все такое. И, да, в принципе, вид сверху вообще лучше всего, мне так кажется. А, вот и сундук. Отлично. Круто. Так, у нас уже имеется меч, штанишки сейчас оденем, и лук, и вот эта херняшка. Хлеб. А там никак туда нельзя. Хотя если мы вот так вот... Все, сейчас будем отсюда уже прыгать. Так, давайте пойдем чуть подальше. Ух. Повезло. Нет, все-таки я уже хочу как-то по земле ходить. Более привычный. И у нас здесь встречается довольно-таки большой дуб. И я уверен, что здесь это будет в него вход. Нету? Ну, как-то на него забраться точно можно. Поэтому мы пойдем на него забираться. Отсюда во что ли? Hello, very big дуб. Кажется, ли там что-то есть? Ладно, неважно. Слишком много времени это займет. Нам надо найти что-то хорошее. Например, алмазный меч. Или что-то еще наподобие этого. Что-то нам как-то не очень везет с сундуками, только обшарили два сундука, и то вот это был первый, а точнее это был второй, а первый был только на спавне. Значит, можно сказать, что один даже. Не, все-таки давайте все-таки поднимемся, мне так кажется. Прям чую носом, что где-то здесь рядом есть сундук наверху. Прям чую носом. Ладно. Идем, так найдем, не найдем, так не найдем. Грибы. Нет, не найдем все-таки, наверное.
Тогда думаю, мы пойдем поближе вот туда. Вот сюда, точнее. Так, и давайте. Мне кажется, или... Нет, там просто дерево. Там уже что-то интересное. Пошлите тогда вон туда, куда я показывала. Мне кажется, что там что-то есть. Нет, все-таки. Вон большое дерево. Пошлите туда. И наверх заодно. Столько деревьев. Я ненавижу деревья просто. Мешают в поисках сундуков. Но мне кажется, что если мы заберемся... я хочу повыше. Так, как-то отсюда будем стараться. Стараться идти куда-нибудь. Ну, отсюда я уже, наверное, не допрыгну. Так что сюда. Так, ну, я думаю, что здесь что-то должно быть хорошее. Погнали сюда. Все. Мы получили штанишки, лук, стрелы, железо. Что здесь полезного? Да ничего. Даже, по-моему, еды не было. О, арбузик. Хоть что-то доброе. Оставил он мне. Так, все-таки я хочу найти какой-нибудь сундук с едой. С очень большим запасом еды. Вот жалко, что здесь дерево нельзя срубить, не знаю, к примеру, каким-нибудь редким предметом, который здесь можно найти, или как-нибудь скрафтить его, что ли. Было бы круто. Ничего найти не могу. О, нашли. Ой, осторожно. Эпик! Ей. Так, у него еще есть еда есть. Так, нам нужен нагрудник. Вот, у нас нагрудник есть. Топор можем взять хорошенький. Да, в принципе, все, у нас все есть уже. Круто. Одно слово. Круто.
Можно еще себе еды сделать, хоть у нас уже полно. Но все же пошлите туда лучше. Тогда мне повезло, что я их двоих так убил. Ну, одно хп, конечно, оставалось. Ладно, ничего. Че, может, вы мне какой-нибудь сундук подарите? Вознаграждение, что ли, какое-то пусть будет. Все-таки втащил, блин. Ну нет, они мне даже ничего... Никакой сундук даже не оставили для меня. Так, мне кажется, что они здесь все посмотрели. Прям чую носом. Так что, пошлите туда. Что у нас есть полезного? Да ничего, пофиг. У нас стрел 20 на... Отлично. На десматче пригодятся. Так. Пошлите туда, что ли, раз там как-то отмечено. Или они баловали зажигалкой, или это уже природное явление. Что, нравится, да? Так, бежим, бежим, бежим за ним. Я же с ним добегу. Интересно, он поймет то, что мы хотим с ним подружиться. Походу, он не понимает.
Все-таки он с нами в команду не хочет идти. Ну и ладно. Куда он ушел? Ладно, не важно. Да, мне кажется, ему там совсем чуть оставалось, чтобы убить его. Ну ладно. На этот матч и посмотрим, кто кого бьет. Блин, обидно, все стрелы просрал. Да. Ну ладно, ничего страшного. Тихо там, что-то вижу. Обсидиан. Так, сначала заберусь на это дерево, а потом уже пойду туда. Или там просто камень был? Интересно. Делаем ставки, господа. Видимо, там все-таки камень просто так был. Делаем ставки, здесь будет сундук или нет? Так, ладно, 7 человек осталось. Ну ладно, смотрим. Так. Надо быть предельно осторожным. Тихо. Нам ничего не надо. Ладно. Я думаю, что нам надо уже идти на спаун. Так. Ну что ж, пошлите на спаун как-то, не знаю, добираться. Биг Энтони уже сдох. Остались 6 человек только. Ауч. Я сейчас думаю, как бы нам пойти на спаун. Не зная дороги. О. Делаем ставки, так уже обшарены или нет. О, нет. Так, перышки. Да нам ничего не надо, в принципе. Так. Жду с нетерпением этот матч, если честно.
Потому что если я только найду какой-нибудь хороший меч, и то вряд ли. Но... Ну, блин, ну почему ничего такого хорошего не попадает? Вся. Ну ладно, это оставим. Все, пошлите на выход тогда. Видите, кто еще подох? Манки Джим. Слушайте, тот чел еще выживает. Блин. Блин, хотел как послабее упасть, упал сильнее. Ничего не остается. Все, погнали так. Так, ну что ж, у нас есть немножко стрел. Так, я уже забыла, с чего делается стрела. По-моему, на было порох или кремень. Что-то типа этого. Или нитки. У нас ниток нету, да? Кремень тоже. Сейчас спалим кого-нибудь. Берем сиськи него. Пошел нафиг. Блин, авокадо. Ну, проверим, он добрый или нет. Они меня обманули. Все, я убегаю. Гады. Ай. Бежим. Я убил кого-то? Или мне показалось? Мне показалось, ли я кого-то убил? Нет, никого не убил. Ну, посмотрим, как этот чувак выжил. Нет, все-таки никого не убил. Ладно, такой был... Такая была серия, нас обманули, да, ребята? Ну, ничего страшного, не надо отчаиваться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ждите больше таких видео. И подумайте, то, что с каждым лайком серия выходит, конечно же, раньше. И всем пока!